пользоваться. Этого оставлю. А, это не надо, это не надо. Даркарен Дворф. Даркарен Дворф. Ну, очень много троек, я, скорее всего, достану тройку. За три хода. Ну, плюс еще две вот эти. Да, я оставлю Даркарен Дворф. На всякий. Окей. Ну, хорошо, мне придется через монетку играть Угра. Нет, мне не придется, у меня есть Мурлок. Вовремя-то, друг мой. Вовремя. Ну, ладно, хорошо. Нет, не участвуем. По кривой будем играть. Я не против, если он разменяется. Я достану двойку плюс двойку. Какой ты? Так. Даркарен Дворф не очень хорошо. Нужно больше, ребят. Я могу сделать следы правилам и Амане. Что мне это даст? Наверное, следы правилам Амане. Давай. Следуй правилам. Очень неприятная двойка. Мне нужно как-то от нее по-быстрому избавиться. Вроде, опять же, у меня такая рука, что full support. А, нужно как-то занять стол. Окей. Это Даркарен Дворф легко. Это я тоже разбафую. Здесь все хорошо у меня. Я могу за тройку достать, но... Ну, почему нет? Да нет, Даркарен Дворфа лучше отдать. Сейчас. Как бы всю ману потрачу, но... Не знаю. Использую это на более больших ребят. Потому что это мне может ударить и выстрелить. Хотя мне тогда опять два не убьет. Такое. Непонятно немножечко. Окей. Крикшот я с удовольствием приму. Хорошее заклинание. Окей. Ну ладно, я, значит, ударю так. Достану тебя. Достану парня. Что Итак, я могу это убрать. Я могу достать Даркарен Дворфа. Так и так. Да, и с вот этой штукой. Да, пожалуй. Какие есть лучшие ходы? Через вот этого парня. Интересно.
Через вот этого парня я его не убью. Правильно, правильно. Давай. Хода лучше я не нашел. Подумал, не нашел. На следующий ход могу его два раза им ударить. В долгой борьбе я вряд ли смогу проиграть. У меня много дров, у меня есть лечение, у меня... Ну, да, не очень много лайтовых карт, но у меня самая лучшая способность на свете. Ой. Секрет. Ладно. Секрет так секрет. Ну, немного, конечно, подставляюсь под Flame Strike, но ладно. Что это типа Эфаджи? Спеллбендер. Айсблок. Ну вот этот выстрел то же самое, что он сюда бы не выстрелил. Увлекает. Ну и пофигу. Если он сделал на предыдущих собственных стек, то вряд ли он и сейчас его сделает. Ну, драка. Убивать. Я тебя убиваю. Готово. Я принимаю. Олег! Бою! Бою! Три три. Ну не, я откажусь от четверки, две тройки оставлю на всех случаях. Хотя, конечно, желательно двойку единицу. Ну, единица есть. Сейчас замечательно. Единица три, потом три. Как надо. Посмотрим, тоже как вариант достать его. Это же более вероятный вариант. Спайдер-танк. Да, просто убивать ребяточек. Очень неплохо. Хотя надо подумать, чего я боюсь? Master for Battle плохо, но здесь не важно, кого я достану. 2, 3 или 3, 4. Как-то он может мне забафать так, что убьет.
Вообще может, да, если достанет за тройку баф. Да, ну и давай поиграем тогда вокруг нее. Достав более цепкое существо. Такой тоже, конечно, момент, что подставляюсь под True Silver, но такое. Мне кажется, тут баф более распространен, нежели True Silver сейчас. Окей. Блин, нет, давай тебя лучше. Я воюю за стол, я поэтому хочу то существо, которое попадет 100%. Плохо будет, если дети какой-то. Ну ладно. Ну тут особо разницы тоже нет никакой. Единственное существо с 6 хп. Окей, я могу. Ладно. Ладно. Такое, тройка разменялась на четверку плюс способность героя. Я не против. Вполне себе достойно. Следующий вот парень плюс огр. Да, сейчас уже желательно клепать почаще парней. Стол мой. Дай мне подумать. Интегрейшн будет беречь, беречь, беречь. За короля лича! Хорошо. Так, что я хочу здесь? Наверное, я хочу оставить... Кстати, да, как ты говорили, я, если не ошибаюсь. Значит, я хочу оставить себе 4-6, правильно? Правильно. 4-6, какого 4-6? 4-4 я себе хочу оставить. Ну, есть вариант так ударить, достать тебя. Ну да, это лучше будет. Правильно? Наверное. Так сильнее, конечно, стол у меня будет. Готово. Ну ладно, черт с тобой. Это хорошая работа. Если на меня кричать там не буду. Я боюсь, когда на меня кричат по телефону. Что-то мне нехорошо. Ну, мне желательно попасть, конечно, сюда. Мастер Фурботл. Другой вариант. Я могу вот этими двумя... Не, я не буду. Я попал. Ура, я попал. Просто парни, наверное, я сделаю. Да, скорее всего. Буду медленно играть. Делает Consecration. Да, Consecration для нее неплохой. Но у меня останется существо на столе. Я могу с Master for Battle сразу на следующий ход достать много. Это если я хорошо работать буду, нужно в конце кричать. Интересно. Учитывая, что большинство все же тех людей, которые смотрят мой стрим, парни, я не очень хочу подкидывать телефон. Можно сказать, что у него нету консекрейшена с уверенностью.
Это дает мне. Так, ну давай я сначала сделаю так вот сразу. Не хочу вот так попасть. Если я промахнусь, ну ладно, я заморожу. Правильно, я заморожу. Другой, ну, на... я могу сделать 3, 2, 2. Я заморожу. Да, давай заморожу. Ты знаешь, Скарлетт, хоть одного человека, богатого и знаменитого, который работает в службе секс по телефону? Я вот нет. Ладно. Окей. Ну вот здесь место для консекрейшна уже. Неплохо. Да, тут уже сойдет. Консекрейшн мастер фор батл. Я лучше его отдам. Не попал, не попал. Блин, с тобой. Ну, да, плохо будет, если он сделает консекрейшн. Ну, что поделать? Я в любом случае могу. Консекрейшн плюс Мурлок. Что-то такое. Только так. Это ерунда. Ну, кстати, еще не факт, что я его убиваю. О, вообще не факт. Так. Неплохо, хорошо. Ну давай мы сначала проверим. Сначала мы так проверим. Давай. Попал. Неплохо. Неплохо. Модный тигр. Я буду сражаться. Окей. 2-3 есть. Справедливость должна быть восстановлена. Смены правила. Конечно, да, станет парнем. Ну, для меня, ладно, это не, я не против. Что приказание? Ну, я даже мимо, наверное, ударю. Давай. Как он меня может наказать? Blessing of Kings ударит сюда, но я его размен ударю. Трюсильвер ерунда. Ну да, давай. Опять же, новый баф за тройку. Я точно так же его убью тут Хойдера. Для меня, конечно, получше, если будет Blessing of Kings, потому что... Ну, такое тоже. Тоже все равно я рискую, потому что если я его уберу, то никакой баф ничего не поможет. Вроде так, варианты для камбэка есть. Вернее, я опять займу стол. Хорошо, хорошо. Окей. Что приказать?
могли что-нибудь быстрее. Авенж? Нет. О, это халява. Ну, хотя я не знаю, а что я могу сделать? Вариант один, я могу сделать, заставить его следовать правилам и убить. Вариант два, ну, сделал, молодец. Две карты убью одной. Нет, мне кажется, заставить следовать правилам сейчас очень-очень как неплохо. Да. По сути, батлкрайм убиваю карту. Она дешевая, и следуя правилам мне для более толстых ребят бы пригодился. Я могу его вернуть. На крайняк. Не очень верно. Ну, ладно. Да, это не очень хорошо. Огр плюс парень. Да, скорее всего. Ну вот этих двух могу достать. Ну давайте двух достану. На самом деле слабо. Огр плюс парень не то сильнее. И полезнее. Ну ладно, здесь я ему отдам зомби. Вот этого. Ну это следующего хода комбинация. Два, четыре, четыре, два. Просто проблема, что Огр, конечно, всегда, ну, промахнуться может. Это не очень здорово. Да ты что, шутишь, что ли? Окей. Даргарен, Дворф и... Огр? Можно Жадерса... Нет, Огр. Интересно. Люблю налеты. Жду приказаний. Вот он. Тот, кого я ненавижу. Ну, я могу его спокойно убрать. Да, конечно, я его уберу. Кого забафить-то? Да надо ли бафить? Давай я вот этого лучше парня покину. Это мне еще пригодится, я думаю. Да. Больше всего на свете меня раздражает Квалдер. Тут я вроде как с ним спокойненько. Сенсор, ладно. Ничего страшного, сенсор я не вижу. Ну, забафать с помощью Шаттерсан. 2-1 убить его. Посмотрим сейчас. Да, придется. Другой вариант, я делаю консекрейшн. А чем мне даст консекрейшн? Я могу ударить 1, 2, 3. У меня будет. У меня 2-4-4 останутся. Учитывая, что у него довольно мало осталось карт. Нет, ладно, надо еще подумать. Да-да-да, у меня консекрейшн очень сильно накажет. Да, давай, я поиграю вокруг консекрейшна. А временно подумать? Давай просто тебя. Давай я даже тебя заберу, пожалуй.
Плюс атаки на столе, плюс чардж, он полезен. Два консекрейшена плохо. Но тогда он ничего больше не сделает. Что хорошо. Это дорога к поражению. Дробные две карты за пять. Да? Тигр как-то не очень оказался. Не, ну как бы модный, но... Но не сильно. Сражаться с счастью. Двойки, единицы, давай. Рок трудный для паладина. Стандартненько. Окей, у меня есть двойка, у меня есть тройка. У меня есть четверка. Которая не очень хорошая, но ладно. Пожалуй, я достану его через монетку. Сразу сходу. Давай передохнем. Окей. Просто парня. Я принимаю приказание. Для паладина это нормально, просто через монетку. Да, через монетку достать двойку, потом сделать способность. Как и для шамана. В любом случае у меня был ответ. Поэтому такое. Значит, я могу лишь Мурлоком убрать, но я не буду так делать. Я лучше достану просто по кривой. Пойду. На четвертый ход два вот этих парня. Скорее всего. Ты называешь это оружием? Фейс. Так, что делать? Достану 2-4, разменяю 3-2, но это не очень хорошо. А, двумя... Да, наверное, я сделаю так, как и планировал, две двойки. Беда, первый. Короче, достану. Ну, может убить одного даггером, второй добьет 3-2. Так, все неплохо. Главное, чтобы другого не убил. Ну, не убивает. Зомби. Зомби. Ну, посмотрим, сейчас что бы не придет. Да, второй. Ну, я не вижу смысла сейчас убивать зомби. Ну, можно вообще. Ну, не, у меня тогда Dark Iron Dwarf убьет. Что мне делать? Я лучше просто его достану. Может быть. Не, давай так. В любом случае, у меня Dark Iron Dwarf есть. У меня есть и вот этот парень. Ну, конечно, немного отдаю и очень. Ладно, и все равно здесь... Вот этот пойдет. Я, кстати, рад, что он ударился так, а не зомби. Следуй правилам Огр.
Ну да, и даже достану четверку, потому что... Нужно кого-то достать. Такие у меня четверки. Три Dark Iron Dwarf. Хрен с того выложишь просто так. Интересно. Дракон. Зачем меня призвали? Ну, конечно, желательно бы сейчас... Еще один. Да, я... А что, Тимошек, случается? Не понял. Не понял, ну и ладно. Итак. Что могу я здесь? Ну, под консекрейшн, да, наверное. Раз ударю, два ударю с Dark Iron Dwarf. А, да, согласен. Ты называешь это оружием? Это было последнее предупреждение. На следующий ход могу, не знаю, 5 плюс 3. Без деньгов, во имя Сильваны. Ну, как минимум, этот убью так. Dark Iron Dwarf. Я, конечно, не верю, что мне выпадет смерть, ну, что я его смогу убить. Ну, черт с ним. Плохо. Плохо. Ладно, я, видимо, пойду ему сейчас в лицо. А что еще делать? Нет, больше ничего. 4-3-3. Ты называешь это оружием? А у Е плохо и больно, но... Ладно. Других шансов на победу я особо и не вижу. Включаю ментальный дислокатор Т-130. Чардж. Скрывают глубины. Ты, по-моему, все равно не можешь меня убить. Ну да. Если еще не одна карта, то все будет как надо. Такая, ну, только в более громком варианте. Ты будешь мне в секс по телефону звонить, такие вот, Валерий. Счастью. Это не надо. Это не надо. Ну, короче, тройку оставить, да, нормально. Двойку я ее все равно не буду вставать. Но я могу его оставить для четвертого хода. Да нет, это глупо. Да, давай я что-то другое поищу. Тройка хорошая. Двойка не сейчас. Вот это лучше двойка. Угу. Главное, чтобы не это. Зачем меня призвали? Плохой пародист. Ай, плохой пародист. Why do you call? Так лучше?
Да. Я могу его, могу его. Не, я его достану. Для паладина он полезный. Я его оставлю. Привет, Алонзи, спасибо. Хорошо, я его верну, наверное. Или второго достану. Ну, да, вот это мне вообще, ну, конечно, очень глупо будет доставать. Хотя я могу, да, двух вот таких, ребят. Зачем мне возвращать? Это надо. Эй, детки, я уже здесь. Эх, ну ладно, я могу консекрейшн сделать. Хотя я, конечно, этому очень-очень не рад. Ну что делать? Ну, ладно, я могу сделать вот этого парня. Может быть, это да, это будет лучше сейчас. Мне очень жалко консекрейшн, но у меня один единственный. Вот теперь можно делать консекрейшн. Сейчас я еще этого убью. Ну, зомби. Блинский блин. Ну ладно, хрен с тобой. Ну, надо было просчитать момент, что если там выйдет 3-2. Окей. Вот я могу заморозить. Находик. Да, давай заморозим находик. Ну, на следующий ход какую-нибудь тройку плюс четверку. Передай мне тангенциальный вращатель. Окей. Окей, это лучше. Я на страже. Я могу так ударить, в принципе. И достать 3 плюс... Плюс 2? Да не, неправильно будет. Лучше Dark Iron Dwarf. Много вещей могут сделать мне больно. Ну ладно. Siphon Soul? Ну, не так сильно раз. Soulfire, вот это будет вообще боль. Нет. Меня призвали. Меня призвали не так страшно. А, маним. Маним. 4. Так. Я, наверное, Мурлока сделаю. Что приказать? Ну, конечно, всегда хочется его на пустой стол доставать. Ну и так сойдет. Ну, давайте Hellfire. Какой-нибудь АУЕ. Это печально, все остальное так. Ай. Всем на свете. Нет, это Hellfire. У всех есть Hellfire. Последнее время. Ладно. Так, 2-3. Все на свете, да, я буду доставать сейчас. Все буду доставать, все на свете. Давай передохнем. Передай мне тангенциальный вращатель. Хорошо. Я чувствую.
приказание. Вера, мой щит. Я буду... Да, это лучше для меня. Этими двумя так ударим. Лицом ударится. Сохранить парня? Не, я боюсь. Боюсь, боюсь, боюсь. Я принимаю. Жду приказаний. Жду приказаний. Ну, надеюсь, теперь у нее не будет АУЕ. Самое главное. А так, здесь 8 плюс 5, 13. Ну, да, ВУЗ неплохо. Неплохо же он. Не на 4, на 3. Mortal Coil еще поднял. Dark Bomba, ну ладно. Почти то же самое. У меня есть Lay of Hands, который мне очень много даст. У меня есть... Чем мне честь? Сова. Это так себе. Жду приказаний. Эй, детки, я уже здесь. Лев Кэнс, Холли в раз, неплохо. Гвардианов Кингс есть. Вот этот вот. Такой вот. Что еще есть? Лев Кэнс. Лев Кэнс сойдет. Сейчас я забью на него. Да, у меня мне хватает здоровья. Я лучше лицо брать. Ну, мне, конечно, жалко, что он мне его убьет, но... Такое. Я могу Dark Iron Dwarf добить. Окей. Больше лечения. Ну, жиробосики, жиробосики. Жиробосики — это проблема. Ты называешь это оружием? Он сделал за шестерку. Эпик. Следуй правилам. Мою. Мою. 10 тем карт. Ну, ладно. Ладно, я могу Мурлоком убрать. Это так, так. Dark Iron Dwarf. Да, такой моментик очень. Ну, хрен с тобой. Ой, я дурак, я пропустил летал. Да. Ну да, Огр там... Ладно, хрен с тобой. Угу, летал с Огром, меня пропустил. Поторопился.
Тигр меня не сильно беспокоит. Ученики, внимание! Меня тоже не беспокоит. Ну, хотя нет, беспокоит, потому что это же может не попасть. Может и не попасть. Но попал. А тут мне повезло. Зомби потрясающим. Двойки нету, но я все же паладин. Да, хорошая рука. Так. Ну, мне может фростбол выстрелить сюда и убить его. А, как у меня так накажет? Ударит? Да я не против. Давай. Окей. Мы должны очистить солнечный колодец. Да, неплохо. Могу убрать Мурлоком этом. Ну, зачем мне делать? Давай, пускай стреляет. Ну, третий ход на выстрел — это не так уж плохо, кстати. Не будет стрелять. Это все пофига. Ну, значит, я кучу мелочи сейчас достану. Или нет? А что, зачем мне кучу мелочи? Давай я тебя уберу лучше. Так, у меня есть два варианта. Вариант один. Я делаю много существ с одной единицей здоровья. Другой вариант. Я делаю 3-4. Учитывая, что у меня есть Даркарен двор в руках, мне кажется, мне лучше сделать много существ с одним здоровьем. Вот. Не очень. Вот Хордер. Бою! Это надо! Что приказать? Ну, я здесь немного печальный. Запчасть, может, а какая-нибудь. Пуск атаки плохо, таунт плохо. Ну, все, собственно. Фарсир. Фарсир, ладно. Правильно убить Мурлока. Это не совсем верно. Так, ну здесь я лучше Даркарен Дворф, конечно, сыграю. Пора уже уводить на поле боя. Не. Ну, это запчасть, видимо. Иди сюда и сражайся, трус!
Да, неплохо. Неплохо, неплохо. Master for Battle. Раз. Два. Наверное, Master for Battle. Жду приказаний. Жду приказаний. Готово. Ну, попадаю под Blizzard, но ладно. Да, мне хочется оставить Морлока. Флэм Страйк сама собой попадает. Трепещи перед Бошем. О, это здорово. Ну такое, я все равно его убью. Четыре плюс два убить. Ну да. Ну да. Ты называешь это оружием? Ой-о! Имя справедливости. Ой-о! Пять карт против моих пяти. Здоровье равное. Стол за мной. Ну надо же. Я могу его тоже заморозить. Надо ли оно мне это? Да, надо. В такой ситуации. Да не, я парня лучше сделаю. Я сегодня буду играть спокойно и буду играть вокруг Флеймстрайка. У меня такая колода, которую спокойно можно вокруг всего играть. Лесный парень, не лесник. Ой, я совсем не против. Фаербол, я вообще не против. Ну, читил, вспомнил. Молодец. Джастис, парень. Справедливость. У нас по картам. 16-16. Окей. Okay. Я могу это забрать. Есть weapon, который я берегу. Эй, детки, я уже две девочки. Оп! Это можно бы... Ну, кстати, да, может быть, и это стоило бы использовать. Да, вообще желательно бы от нее избавиться. Очень дорогая и малополезная. Как? Чего таращишься? Ну вот, себя в угро закину. Ну, можно шестеру получить лицо. Да, я, пожалуй, получу шестеру лицо. С другой стороны, я могу 3 плюс 2 достать. Чем шестерку? Да, я могу. Да, давай 3 плюс 2. Ну, Угар сам решил, что мне делать. Ну, то есть, мог сделать следуй правилам, но зачем? Взять, живым или мертвым. Я не очень этого понимаю. О, это плохая рука. Плохая карта. Надеюсь, сейчас. Точно. Сначала попробую. Я на страже. Готов. Ну и черт с тобой. Промахнулся, так промахнулся. Жду приказаний.
Давай, покажи мне заклинание, что тебе дал Спилвендер. Нет, он не так называется. А как он называется? Я не помню. Ну, так. Ласт. Да. Деспирадо. А может и нет. А может и нет. Ну вот это мне, по крайней мере, очень кстати. Что приказание? О, страйк. Что приказать? Победа или смерть? И чё, есть мне перелаз лица? Это партия за тобой.